Выращивание томатов от А до Я. Первое условие – захотеть иметь. Второе – знать все мои секреты. Третье – иметь тепличку или укрывной материал. У вас обязательно будут богатые урожаи помидоров. Пошаговая инструкция от А до Я. Первое. Купите обогащенный грунт и инвентарь. Второе. Перемешайте грунт с землей 50 на 50. Третье. Посадите семена строго по лунному календарю. Овощи наземные на растущей луне, земляные овощи на убывающей луне. Я использую землю, удобренную с осени навозом, пролитую водой на птичьем помете. Использую любые емкости и обогащенный грунт со своего участка. Моя рассада всегда крепкая и мощная. Никакой химии добавлять не нужно при поливе рассады. Четвертое. Поливайте рассаду 2-3 раза в неделю, полившись теплой водой, можно даже дождевой. Нельзя поливать холодной водой из-под крана. Через 1-1,5 месяца рассаду нужно рассаживать сторнее в ящиках и в отдельной таре. Грунт 50 на 50. Рассаду можно поливать водой с добавлением янтарной кислоты, литр теплой воды. Рассаду пора будет присаживать в теплицу. Для ускорения созревания помидоров пайте нижние листья и прореживайте средние. Двое. Один, максимум 2 раза, но очень обильный. Садоводы-огородники, я от души желаю вам успехов. Пишите мне. Всегда буду рада помочь. Желаю вам успехов!